38 дел, в отношении которых есть подозрения, что они были возбуждены по политическим мотивам, будут рассмотрены рабочей группой при Генеральной прокуратуре. Об этом объявил генпрокурор Александр Стояногло, который заявил, что если будут установлены серьезные отклонения от закона, дела будут прекращены. В основу выбора дела легли списки подозрений со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявления ряда неправительственных организаций, а также представителей политических партий. Группу формат «Деншасе прокурор». Рабочая группа, состоящая из 6 прокуроров, будет оценивать и представлять отчеты по каждому уголовному делу. Впоследствии информация будет обсуждаться и анализироваться Генеральной прокуратурой. Если будут установлены серьезные нарушения закона, дела на этапе уголовного преследования будут прекращены. В случае тех дел, которые уже находятся на рассмотрении, прокуроры откажутся от предъявленного обвинения. В случае дел, находящихся в стадии исполнения, будет рассмотрена возможность применения особых механизмов для их оспаривания. Александр Стояногло не представил полный список дел, которые будут пересмотрены. Однако он упомянул, что в списке ПАСЕ есть 11 имен. Среди них адвокаты Анна Урсаки, Эдуард Руденко, Ион Крецу, судьи Доминика Маноли, Виарел Мунтяну, Георгий Балан, а также Георгий Петик, Григорий Петренко, Павел Григорчук и другие.